Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Росреестр завершил создание единого государственного реестра недвижимости. Он объединяет базы Росреестра и кадастровой палаты. Единая база данных должна была начать действовать еще в декабре прошлого года. Однако возникли сложности с запуском услуг в электронном виде. В настоящее время сервисы доработаны, сообщает «Коммерсант». Пользователям будут доступны все востребованные услуги Росреестра. Регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура и предоставление сведений из реестра. Сейчас Росреестр работает над приказом о вводе единого государственного реестра недвижимости в промышленную эксплуатацию. Дайджест недвижимости. Россияне за 3 месяца одолжили на жилье более 300 миллиардов рублей. Общий объем жилищных займов в первом квартале года составил 324 миллиарда, столько же, сколько в первые 3 месяца 2016-го. Несмотря на завершение госпрограммы субсидирования ставок, отечественный рынок ипотеки полностью преодолел спад и перешел к уверенному росту, говорится в материалах агентства ипотечного жилищного кредитования. Напомню, по данным аналитиков агентства, в марте этого года объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного показателя в 150 миллиардов рублей. Годом ранее граждане оформили жилищных кредитов на 119 миллиардов. Достижению рекордных объемов кредитования способствовало удешевление ипотеки, полагают эксперты. В конце февраля, начале марта сразу несколько крупнейших кредиторов, в том числе АИЖК, резко снизили процентные ставки. В результате средневзвешенная ипотечная ставка по 15 крупнейшим игрокам на рынке составила 10,65% годовых. Дайджест недвижимости. В Вятском госуниверситете опровергли информацию о сносе ботанического сада. Сообщение об этом появилось накануне вечером в паблике «Злой кировчанин» ВКонтакте. Меньше чем за сутки публикация набрала свыше 15 тысяч просмотров. Автор поста Марина Кожевникова со ссылкой на родственницу уверяет, что всех сотрудников ботанического сада уволили, а земельный участок отдают под строительство элитного жилья. Однако в Вятском госуниверситете информацию опровергли. Как рассказала порталу «Свой Кир», кировский руководитель сектора взаимодействия со СМИ Мария Садакова-Ильина, сейчас в ботаническом саду идет реконструкция. В частности, там появится новый фонтан и освещение. Завершить работы планируется к Дню города 12 июня. В прошлом году на обновление ботанического сада направили 7 миллионов рублей, напоминает «Девятка.ру». На эти деньги обновили дорожки, клумбы и газоны, оборудовали площадку со скамейками и вымостили ее брусчаткой, высадили новые растения. Также в ботаническом саду появилась система автоматического полива, что заметно упростило работу сотрудников. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.